Здравствуйте, уважаемые дальнобойщики и просто водители. Все, кто в дороге, счастливой дороги, все, кто дома, приятного отдыха. Сегодня я скажу вам лайфхак, который вот проблемы с этими шторками постоянно и у меня были, и у ребят было. Вот. Сегодня я подскажу один такой лайфхак. Что будет так спокойно сидеть, будет вот так четко она идти туда-сюда. Допустим, утром проснулись, взяли, расшторились, все, вечером остановились, взяли, вот она так плотно сидит, она как спокойно гуляет. Вот здесь у меня пробочка, она слетела, надо будет купить. Вот сегодня я подскажу вам такой лайфхак. Пацаны прибегают, покупают вот такие, но они все равно ломаются. Нам он не нужен. Сейчас я продемонстрирую, как сделать все классно. Так, фиксируем телефон. Вот. Получается. Так, где обрезанный? Вот обрезанный. Вот обрезанный. Вот не обрезанный. Получается, берем обычную кусачку для ногтей и режем вот таким вот нехитрым образом. Раз, раз, раз. Стал вот таким. Можно здесь подровнять, можно и не подровнять. Она классно, очень легко режется. Вот так, таким вот образом. Угу, все срезал. Теперь отрезанный. Она очень легко одевается. Сейчас. Вот. Отрезанный. Заходи, что ты. Ага. Она без проблем заходит в свое гнездо. И катается без проблем. И вот она еще плотно вот закрывает, никакого щели не оставляет. Вот. Вот видите? Раз. 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 И здесь видно, что человек до того, кто ездил на этой машине, он покупал вот эти штучки и вешал. Была она вот таким вот образом и висела вот это вот некрасиво и хорошо не закрывал. Вдруг где придется днем спать, будет свет проходить и не очень удобно спать. Так. А вот так вот она плотно, плотно, она очень свободно идет. Вот. Я видел у многих проблему эту, в том числе и у меня была. Вот такой вот лайфхак, пользуйтесь, ребята.